Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великие музеи мира», смотреть картины и описания книг Генри Робертона. Портрет пастора Уокера на коньках. Около 1795 года, холст масла 76/63. Кисти самого известного шотландского художника Генри Робертона принадлежит большая галерея портретов современников. До нас не дошло достоверных сведений о его образовании. Многие исследователи творчества живописца считают, что он был самоучкой, перенявшим у некого ювелира мастерство создания миниатюрных портретов. В Эдинбурге, где жил и работал Робертон, его называли Рейнольдсом Севера, признавая его первым портретистом. Своих героев он изображал с большой симпатией, как правило, не делал предварительных эскизов, а рисовал сразу на холсте, что привносило в произведение непосредственность и свежесть восприятия. Подлинным шедевром живописца по праву считается портрет пастора Уокера на коньках. Преподобный, облаченный в черный костюм, свободно скользит по льду, его фигура кажется невесомой, при этом не создается впечатление, что мужчина катается ради своего удовольствия. Напротив, он устремлен вперед, направляясь к только ему видимой цели. Этому внутреннему горению герой Робертон противопоставляет аскетичный и монохромный пейзаж. Ну вот такое описание к работе Генри Робертона «Портрет пастора Уокера на коньках» я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.